you going, man? The bad guy's going left. Да. Окей, поехали. Сейчас, секунду. Чёртово кастлвания. Когда-нибудь она дастся мне. Но это будет не скоро. Так, надо бы поудобнее сесть. И начать... И рваться. Чёртов седьмой уровень, господи. Кстати, последующее кастование должно быть попроще. Потому что там можно бить хлыстом в разных направлениях. Малость упрощает, мне кажется, всё. Блин, и опять эта музыка. Забавно, что в японке, что в американке, что в европейке эта музыка одинаково паршива. Ну да ладно. Ну, моя любимая летучая мышь. Ладно. Я всего лишь ударился об нее, слава богу. Это начинает свой трай с сливания жизни, потому что что-то пошло не так. Это грустно.
Кстати, надо попытаться со святой водой дойти. Мне кажется, это мой шанс пройти. Этот уровень, больше его нету. Почему-то мне именно так кажется. А еще моделька, кстати, она на SNES не очень клевого героя. Я видел. Блин, удивительно, как я научился так хорошо проходить. Да здравствуют паттерны. Так. Ну, падай давай. О, святая вода. Так, подожди, нет. Сначала вот этого скелета убиваю, только потом я блок этот пробиваю. А, я стал... Лол. Либо сразу ломаешь, либо не ломаешь вообще. Короче, минус хилка. Ладно. Это неприятно, неприятно. Не думал, что так будет. Неожиданно. Вот тут мне кажется... Да... Ладно. Просто летучую мышь в японской версии я убиваю очень плохо. У меня появилась идея, типа, снизу там. А, ну, кстати, не обязательно. Мне не обязательно идти наверх в центр. Можно и снизу к центру прийти. Я что-то об этом не подумал. Привет, Шарф. Кстати, а чем Watch Dogs тем не нравится? Я вчера потыкал, очень даже ничего. У него всегда реклама? В смысле? Вообще-то она у всех есть. Ну, реклама, когда ты запускаешь и первый раз заходишь. Типа ее Twitch сам запускает, лава. Чуть не пашет на стриме, спасибо. Теперь должен пахать. Я чуть не заметил. Окей, ладно. Ладно, скажешь, когда будешь тут. Обсудим Watch Dogs. Так, это трай проверки стратегии на самом деле. Так, ладно, надо слить. Надо найти точку, из которой могу кидать вот эти поушены, и все будет норм. Ну, здесь летучая мышь поинтереснее будет. Это здорово. Я даже расчихался уже. Ой.
Да ну нет, ну, ну что это? Вам здесь можно получать урон, все нормально. Собака. Зря, наверное, курицу сделал вот прямо вот сейчас, надо было потом. Наверное, это делается вот так вот. Блин, да ну, ну нифига, ну нет, ну как тогда проходить это, ну честное слово. Без получения урона, я не понимаю. Короче, сейчас я подойду. Причем мелкие мыши, они до низа не долетают. Ну, то есть, если я их смогу разбить, этих двух летучих мышей до определенного состояния, то сидя внизу, я могу их закинуть склянками, но... Их до этого состояния надо довести, а это проблематично. Поэтому надо что-то придумать. Привет. У нас тут богомерзкое кастование. Не если быть откровенным. Я на этом уровне уже за сколько времени сижу. Ну, довольно много. Еще сам себе игру усложняю. Мне, чтобы начать заново, получить летающую мышь и пройти. Ну, будем идти. А ты как поживаешь? Как тебе погодка?
Ладно, иначе Pokemon DS играет на эмуле, что такое причитать? Я что, очнулся? Неужели в тебе искра собирательств? Удерживала, мол, поймаю сейчас покемона и пойду. По крайней мере, у меня это работало именно так. Я там в покемонах не качался, я обычно проходил, грубо говоря, по зонам, то есть... А ты пришел на экран, пока я там все не изучу, пока всех не словлю, никуда не пойду. Я как-то так, наверное, играл. Вот. Ведь очень аутично. Единственное, вылавливать всех я подзабил... Когда у меня покемоны были вражеские 10 уровня, а я был где-то 30-го. И там я уже просто тупо собирал все предметы и ловил только тех, кто мне нравился. Ну вот. Ну и потом еще в постгейме там немножко поделал. Так и делаю, поймал просто призрачных покемонов, которых у него и нету. А, ну я не качал именно покемонов. У меня просто есть обычно стак. Ну, я играл только в Ультрасанже. Есть стак, их фармишь, остальных просто для коллекции собираешь. Так, мне надо что-то придумать с этой летучей мышью. А что именно, я не знаю. У меня больше есть с ней проблемы. Но... Я не понимаю, как без получения урона я пройти в японской версии. Ну ладно, более-менее пойдет, наверное. Жаль, хпшку не устанавливают, очень обидно. Я прошел всех на ГБ. На ДС прикольно, конечно, более мудренькие уже другие, конечно. Но это да. Я, может, все-таки пересилю себя и поиграю. Да нет, я 3DS-овские покемоны не все прошел. Хочу пройти Ультрасан, Ультрамун, и потом, возможно, какому-нибудь Ворос поиграть. А потом, может быть, в ДС. Потому что сам очень сильно понравился. Хорошая игра. А вот в GBA не очень хочу, потому что у меня, видимо, травма детства. Норм поешь? Ну, они не особо требовательные эмули так-то. DS-ки, 3DS-ки. Let's Go мне не нравится. Это вот шарометание, как в Pokemon Go. Не знаю. Мне это претит. Perfect, что не так с Watch Dogs? Почему пока он нормален? Я ожидал прям лютую дресню, а оказывается она более-менее. Китайский покепас. Ну да, я помню, ты его, по-моему, на пас приносил. Единственное там... А, просто времен, понятно. Фотография, понятно. Не, игра норм. Я, кстати, удивлен, что она на PS4. Я думал, она на PS3 выходила. Лол. Единственное, что там бесит, это механика стелса, грубо говоря. А, я пытаюсь по стелсу пройти, но не получается. В итоге я потом бегаю тупо по уровню, прячусь за... окружением, подбегаю, вырубаю. То есть за всю игру я ни разу не стрелял.
Ну, типа, как, да, как GTA клон, но пока история забавна. Но я еще первую главу не прошел. Прошел где-то минут 5 миссий, наверное. Пока интересно, к чему все приведет. Внезапно. Я ожидал какой-то лютой дресни. Единственное, там во второй главе очень много миссий, и мне кажется, я там подгорю, потому что слишком игра будет душить своим однообразием и прочим. Блин, я на блок напоролся. О, я святую воду просрал. Надо забыть про этот светильник на самом деле. Но я надеюсь, что святую воду выбью где-нибудь здесь. А, еще на это напоролся. Ладно, это слив. Обоснованно слабый сюжет. Ну, то есть он по наклону пойдет, я правильно понимаю? Вот забавно вот этот поворот с полигоном 17 было то, что... Когда он показался, скажем так... Будет забавно, если он... тот, кому нельзя доверять. Каким-нибудь многоходовочкам. А если их не будет, тогда будет грустно. Я, кстати, был удивлен то, что, мол, это как так, то, что у каждого персонажа, которого ты сканируешь с помощью телефона, есть своя биография, там, возраст и прочее, 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 прочее. Вот, а потом, когда я пришел в хабу, ну, грубо говоря, отдохнуть, самый первый раз такой выхожу, там делаю пару шагов, заворачиваю за угол, вижу квадратик, надо нажать, нажимаю, бац, меня убивают. А когда ты выходишь из хаба, там тебе показывают, типа, мол, этот город сгнил, все страдают, и показывают инфу персонажей. В итоге я, выйдя из дома, опять умер, у меня загружается чекпоинт, где показывают одну и ту же заставку. Но уже биография у людей другая. Я такой, а, ну понятно. То есть у них, видимо, есть база данных вот этих вот биографий, и их прилепили к персонажу. Я-то думал, там посложнее будет, из разряда... Каждый перс уникален, бла-бла-бла. 500 тысяч NPC уникальных. У которых задания есть. Но нет, оказался это рандом. Не... проработка. Ой, вот это я зря, конечно. Ладно. Не представляю, кстати, как я буду играть в... Castlevania на Game Color, я думаю, там вообще погорю на этом говне, потому что там все ужасно. Хотя они короче. Там, по-моему, в первом Adventure 5 уровней, что ли.
А, их надо начинать с самого начала. Там нету типа таких щадных контов, как тут. Блин, ну, видимо, тупо методично закидывать банками, лол. Ну да, там, тая вода. Так, вот здесь главное наверху не взять топор, это очень важно. Блин, игрейт не остается, если я умру. Я ж до мумии не дотащу эту склянку. Хотя, с другой стороны, она может выпасть. Побачит. Да, ладно, привет. Это будет долго. Блин, как мне плохо с этой музыки. У меня аж наушник упал, если я его сейчас поправлю, я сдохну. Фух. Поправил. И жив. Пауза для слабых. Предельная концентрация. Блин, я, кстати, вечно удивляюсь, как я умею простужаться, сидя дома в закрытом помещение. Удивительно, где нет сквозняков. Пойдешь гулять? Нет, наверное. Я билет не брал. Я на Игромир не хожу с 2009 года. Ибо не вижу в этом смысла никакого. Просты тизи. Но, блин, даже сквозняка нету, лол, как-то, ну, нет, сложно. Дома дуба. Ну, я-то в куртке сидел все это время. Да, я тоже в куртке сижу. Не знаю, шар. Наверное, нет. Денег нету, Игромира нету. В моей... Как это называется? Не в душе, а... Настроение неигромирное. Лол. Тебе не держи, это ты про что?
А, это я знаю. Так у меня уже есть гайморит так-то. Мне уже делали проколы. Я теперь каждый раз, если сопливлю, то... Я знаю, ни к чему хорошему это не приведет, я иду этот сморкаться в раковину. И... Блин, вот это как-то... Вот эта медуза, она самая-самая противная. Ты ее больше всего боишься и больше всего лажаешь на ней. Потому что либо тайминг ловишь, либо не ищ... либо еще что-то. Самое опасное. Собака. Ладно. Так, у меня две жизни на самом деле, и я дошел до камня преткновения, если его так можно назвать. Мне бы по-хорошему выбить склянку. Но они выбиваются только из определенных светильников. Есть, не знаю, повод проверить все светильники, либо из врагов попытаться выбить, но что-то я сомневаюсь. Мне нужна, по сути, святая вода, чтобы проходить этот уровень, ну, на изи. Ибо мне чертовых мумий надо убить с помощью склянки. Но мне кажется, это просто так не падает. Можно много времени потратить на выбивание предмета. Ладно, пойдем. Привет, вахтер. У нас, как видишь, ничего не изменилось за все это время. Блин, я уже не успеваю, ну да ладно. Вот эта горгулья, она может меня скинуть, лол, вот вечно так. Я же прыгнул. Ладно. Я вот этот светильник хотел прочекать, что в нем. Но игра сказала нет. Ну, как у тебя дела, вахтер? Блин, может быть топором тот светильник пытаться под... подбить. Чего? Ну... Хорошо, ангину на больничном сидишь. Болеть такое себе, конечно. Но походу у нас тут все больные. Ну, по крайней мере, я-то точно. Привет, Машу. Сука. Ну, блядь, они... Он улетает просто за экран. И когда они за черным экраном, такой думают, сейчас вылетит, появится его пиксель, и тебя ударят. Прыгать же или нет? Вот так ты такой сидишь и думаешь, господи, боже мой, что за говно? А иногда он просто там в текстуре пропадает и остается навсегда. Ну что это за отстой? И так каждый чертов раз. Это просто уже надоело. Да возьми ты!
Там 200 было. То есть светильник. То есть крест, который я выбивал, он. Это мне просто повезло за 50 траев того места. Окей, хорошо. Ладно, я понял. То есть это рандом. Все. То есть либо я тащу святую воду, и меня нагинают тут во всех позах. Либо я не знаю, что делать. Зараз не радость, пока был. Это да. Пока работаешь, зараз не радость. А потом уже пойдет. Я все еще верю, что должна быть долбанная стратегия на все это говно, которое тут происходит на экране. Игра откровенно шлет меня на все четыре стороны одновременно. Блин, какой-то день сурка с этой игрой. Невероятно. Только-только был на этом уровне, и вот опять. Полно ничего и не было. Да ну пощади ты, господи, мразота ты тупая, летающая. Спасибо, что не затяжной прыжок, иначе бы я по лицу бы получал. Ну вот такой вот. Да ну пощади, ты всегда уходил в бок. Ой. Так, летучая мышь, летучая мышь. Куда ты кинул склянку свою? Геймпады Xbox. Самые тупорылые геймпады в мире. А те, кто их делали... Очень плохие люди. Очень плохие люди. Либо у них пальцы с размером со спичку. Настолько они тонкие. Потому что не нажать на их геймпаде... Ай, в жопу, я уже хочу слиться, я не хочу играть. Потому что это японская версия Ланады, и здесь то, как я убивал летучую мышь в американке, не пройдет. Мы играем в японскую версию, потому что босс мумии здесь проще, из-за того, что...
европейке и американке там убрали блок, который позволяет мумию убить проще. То есть они их сделали рандомными. Европейки и американки. А я не хочу проходить рандом. Поэтому я пытаюсь найти паттерна летучей мыши, которая изменилась, и пройти этот чертов уровень. Вот, с хлыста здесь она не отстреливается в японке. Проверял 4 раза, если что. Мне кажется, этого достаточно, чтобы точно убедиться в этом. А можно как-то в Настопе отменить применение на Xbox, в геймпаде вот это, промежуточную кнопку, которая вверх-вправо указывает? А то мне они уже так задолбали, что я вечно сливаюсь и делаю все не то. Это нормально? Он сквозь блок упал мне на голову, алло! Что еще меня дальше ждет? Давайте мы еще босса в текстуре спрячем. Он будет неуязвим, однако будет тебя дамажить. По-моему, нормальная идея. Криворуки, игродела. Да даже не сложно, это просто кривая г... Да нельзя игра. Кто тут опять ноет? Никто. Я просто рассказываю о том, как эту игра жалостно, потому что мне больше нечего сказать по поводу этого говна. Мыкаймуры даже не настолько кривая, как этот уровень. Этот кривой уровень апогей кривости кодеров. Такое чувство, что ее вообще не тестировали. Такие, так сойдет, давайте обмазываться говном дальше. Зачем проверять, действительно? Раздобыть жесть ковровая, как перепает на USB. Я... Таким заниматься не хочу. У меня есть плойка вторая, есть геймпад для второй плойки. Есть компьютер, есть для него геймпад. Это не хардкор, это рандом. Хардкор — это когда ты можешь за счет своего умения что-либо преодолеть. А когда оно рандомится, ты хоть, блин, в два раза быстрее будешь. Все равно не сможет преодолеть, потому что чертов рандом. И это вне зависимости от тебя, ты просто берешь и умираешь. Это несправедливо. Это кривая игра, а не сложная. Да-да, все именно так. Вот летучая мышь, ее явно у нее есть какой-то паттерн. Все можно как-то убить. Не потеряв жизни. Единственная у меня проблема с геймпадом. Он, да, нельзя кривой. Страдание Битора? Теперь ты понимаешь, что страдание страдания? Не-а.
Не обштилися. Как Абетар шутит. Обычно сидят тут в чате. Отплатил той же монетой. А потом наблюдал, как он играет, и пытался понять, какой же у Хаммер Бро паттерн. Джамай, ты рядом не сидел, когда я писал. Алло, прием. Я в чате могу написать «ты пидор». И это что, будет значить то, что я действительно так считаю, или какой-то злой? По-моему, нет. Ну, как бы... Судить сейчас бы по чату о человеке, это высшая станция маразма. А еще у меня дропы начались, а это значит надо заканчивать. И а плойки четвертый подрубил, там хоть и крестовина норм. Это хорошая мысль на самом деле.